Пандастар, продолжаем. Следующая заявка на Камшат Джалдубаева. Давненько мы не смотрели с ней клипосов. Суик Тим называется песня. Развернем. Раз, два, три. С Камшат мы уже смотрели много песен. И Карамель, и XX, и Берге. Также я смотрела с ней Нагаку выступление. По-моему, Нагаку. Тут она опять в таком восточном образе. Индийском. Красивая. Очень красивые костюмы, конечно. Ну реально здесь такой в индийской манере поет, тягучими такими, тягучими. У меня тоже, конечно, ассоциативный ряд, это просто... Это она в Индию куда-то ездила и решила там клип снять или что? Слоник. Бедного бивни обрезаны. Ну, я понимаю, что это сделано для безопасности, чтобы катать туристов. Ну, бедный. Бедный слоник. Красиво, конечно, сделано все. Она все время в каких-то нарядах экзотических. Песни не всегда зажигательные, такие веселенькие, стандартно. Ну, по крайней мере, ни одной еще грустной песни не слышала от ее, из ее уст, так сказать. Довольно-таки все прикольные заводные песни. Спасибо огромное за просмотр. Вместе со мной я погнала дальше. Пока.